что, у нас денег нет? Есть у нас деньги, нам просто нужно взять и сделать все. Китайцы за 6 дней строят больницу, а мы разговариваем, просто взять и сделать, без всяких волокит. Почему несправедливо, что застройщик возводит жилые комплексы без детских садов, школ и больниц? У людей не спрашивают. Не для людей делают, а для выгоды собственности. Застройщикам это невыгодно. Каждый стремится захватить все себе, побольше денег. Достаточно сложно устроиться в садик и в школу тем более. Детские площадки нужны. Хотелось бы иметь свою поликлинику, так как поликлиника находится внутри Лисера. Это неправильно, да? Количество населения растет, а количество мест в детских садах отстает за этим. Да? Ну и в школах, наверное, так же. 30 жилых домов опять потребуют детсадик, больницу, школу. А где